Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Алексис Реакшн, и сегодня мы послушаем Ярослава Дронова. Композиция называется «Знаешь», это из шоу «Голос», прослушивания «Слепые» у нас идут, и, соответственно, у нас есть 4 из жюри. Не буду, наверное, долго затягивать, оставлять свои комментарии, видели вы это видео или не видели, помните вы его, не помните, тем не менее, сейчас мы вместе с вами посмотрим и вспомним. Делитесь своими мнениями, впечатлениями под видео. Также ссылочку на это видео я сделаю в описании под видео. Слушаем. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот там раненый сердце тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме. Да и не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Знаешь, моя душа рваная за тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Все против и за, не можешь, я понял сам. Но разные части делят на два, внутри тебя там. Мне надо бы стать умней и чаще молчать. Я просто привязал бы тебя к себе, чтоб всю жизнь целовать. Слава Богу, повернулись. Спасибо. Круто это было. Здрасте, как вас зовут? Дронов Ярослав. Откуда вы? Из города Новомосковска, Тульской области. Это километров 200 отсюда. На автобусе за 3 часа можно доехать. А уже где-то 2 года живу в Москве. И учусь в Академии музыки РАМ имени Гнесиных. А сколько вам лет? 22. Ярослав. Ну что, круто? Круто. Можно я скажу? Что-то Дима молчит. Да, значит, пускай я возьму... между собой. Да, я тут... да, возьму на себя огонь первой речи. Мне кажется, что вы очень трудолюбивый молодой человек. Вы очень точно как будто бы понимаете, на мой взгляд, вот такое первое впечатление от вас, да, понимаете, что вы хотите в жизни, от себя, от музыки вообще. И это, безусловно, у вас очень сильный такой стержень внутри личности вашей. Это очень обаятельная история. Мне, для меня очень такая важная. Как мне кажется, у вас столько изобразительных средств в вашем голосе, что как раз даже многовато вы показываете, не нужно этого, потому что чем меньше будет здесь, тем больше будет хотеться посмотреть, что у вас внутри. Блин, понимаете, о чем я говорю? Блин. Ну, это мое мнение, поэтому как бы я всего лишь его говорю. Это чисто мое мнение. Говорить, потому что я не соглашусь с обоими. В плане вокала для меня это было практически абсолютно. Вот в этой песне это было очень хорошо. Да. Но на самом деле вы абсолютно проходите по стилистике, по жанру и по всему вот вкусом моей команды и вообще дальнейших моих мыслей.
Дальше делайте ваш выбор, это абсолютно ваше право. Но мне всегда нравились критические заметки девушек. Поэтому я выбираю вас. Вау! За правду вообще. Спасибо большое. Окей. Окей. Критические заметки. Девушки. Я недаром до конца досмотрел это видео, действительно, оно было очень долгое, и композиция уже песни, да, закончилась-то уже давно, но, тем не менее, я неоднократно уже смотрю вот это выступление, и смотрю его постоянно до конца, не знаю, мне очень нравится все здесь нравится, ничего не могу более добавить, ничего не могу более рассказать, все классно, все шикарно, все просто бесподобно. Не знаю, мне очень нравится полностью вот этот именно выпуск про критические заметки и так далее. То есть, все классно до конца. То есть, поэтому я досмотрел. Еще раз, миллион тысяч раз вам повторился и сказал. Поэтому можно отсюда оттолкнуться и понять, что все мне здесь понравилось. Ничего я такого добавлять, наверное, не буду. Потому что выступление Ярослава, это было бесподобно, это было шикарно, это было просто грандиозно, это бомбезно, это просто суперски было. Что вы дополните, что вы скажете, пишите, оставляйте комментарии, что вы можете дописать и дополнить. Ну, я вроде бы все сказал. Мне очень нравится, и очень нравится до конца со всеми словами и выступлениями жюри, поэтому более что-то я добавить ничего не добавлю вам. Вот, оставляйте, подписывайтесь на канал, соответственно, оставляйте комментарии, кликайте колокольчик, чтобы не пропускать видосики, следующие всякие видео исполнения разных композиторов, разных певцов, разные видео и так далее, и так далее. Поэтому подписывайтесь. Будет очень классно, очень будет хорошо, будет очень весело, возможно, где-то будет печально, бомбезно и так далее. Будем делиться своими комментариями, будем делиться своими впечатлениями, будем делиться своими реакциями. На сегодня-то все, вам хорошего настроения, слушайте хорошую музыку, слушайте Ярослава Дронова и слушайте также Шамана. И не забываем все-таки слушать и другие разные композиции, потому что разные композиции в разных жанрах все равно исполняются для кого-то, пишутся, соответственно, если они пишутся, значит, кто-то да их слушает. Хотя бы небольшая аудитория, но все равно, тем не менее, слушает. Поэтому будем разную композицию слушать, но больше буду настраиваться все-таки на то, что нравится именно вам. Вот так вот. На сегодня это все. Вам хорошего настроения. До встречи. Увидимся уже очень скоро. Всем пока-пока.